Традиционные курортные субботы откроются в мае и продлятся до конца сентября. Артисты и творческие коллективы Сочинского филармонического объединения будут выступать каждую неделю на площади музыки перед органным залом в открытом фойе Зимнего театра, на площадях у Центрального универмага, Южного мола и также у фонтана в парке Ривьера с 18 до 19 часов. Посетить променад-концерты под открытым небом можно бесплатно.